Это Pacific Ridge. Мы призываем всех членов церкви строить близкие отношения со своими соседями и друзьями, вести их к познанию Иисуса и основывать новые церкви в местах поселений. В начале прошлого года мы создали новую церковь. Члены церкви начали посещать людей в близлежащих домах. Меня зовут Семеля. По профессии я инженер. Меня зовут Жозефина. Я работаю школьным учителем. Я помню, как однажды он Семеле рассказал мне об идее открыть в нашем доме церковь. Я подумала обо всех обязанностях, которые будут связаны с этим. Я много молилась об этом и затем сказала: «Хорошо, Семеле, давай откроем церковь». Мы обнаружили, что рядом с нами живут члены, которые не посещают церковь. Мы пригласили их прийти и стать частью нашей церкви, и они выразили желание присоединиться. Мы открыли нашу церковь 8 месяцев назад. Главный метод евангелизации, который мы применяем в нашей церкви, это посещение на дому наших соседей и местных жителей. Пастор сказал мне, что Бог дал мне ноги, чтобы нести Слово Божье окружающим меня людям. Мы обошли пешком здесь все дома. Мы прошли очень много миль, чтобы навестить людей, живущих в нашем городе. Они принимают меня. Я захожу к ним и делюсь с ними библейской вестью. Я также молюсь с ними и прошу Господа благословить их. Дверь в их дома для меня всегда открыта. Я говорю своей жене: именно так мы строим отношения. Я чувствую, что могу сыграть в их жизни очень большую роль, если я буду влиять на них, проявляя Божью любовь и рассказывая о Его провидении. Наличие церкви в нашем доме очень сближает нас с другими членами церкви. Благодаря этому мы имеем тесную связь. Теперь мы стали одной семьей. Я чувствую, что Господь призывает меня завоевывать души для Его Царства, такого же грешника, как я. Вы также можете получить эту возможность, если пойдете в гости к своим соседям и поделитесь с ними благой вестью. Тогда они тоже станут частью Его Царства.
где б ни шел я жизненной тропою, сколько бы тревог не встретил я, чувствовал я, что всегда со мною добрая спасителя рука. И даже если на пути уставал и силы не было идти, ты нежно так всегда меня поднимал и вновь надежду дарил. Ты всегда я верю, ты всегда со мной. Если брат скучался надо мною и оставили меня друзья, было мне не страшно, ведь с тобою шел по этой бурной жизни я. Что бы ни случилось в жизни со мной, готов не плакать я опять. Мне хорошо уже от мысли одной, ты можешь сердце согреть. Ты всегда со мной, ты всегда. Со мной твоя рука, ты всегда со мной, со мной. Пусть вокруг темно, но на душе легко, потому что знаю я верю, ты всегда. Я верю, ты всегда со Доброе утро, возлюбленные братья и сестры! Искренне рады приветствовать вас в это утро субботнего дня. Мы благодарны, что вы присоединились к совместному изучению Священного Писания и поклонению нашему Господу. Искренне желаем, чтобы Господь благословил вас и в этот субботний день, даруя вам крепкой веры, даруя вам надежды Господу и, конечно, хорошего настроения и хорошего здоровья. Мы призываем вас быть не только участниками субботних богослужений, исследований Библии, но также делиться просмотрами с своими друзьями. Для этого вам достаточно нажать кнопочку «Нравится» или «Поделиться», чтобы все ваши онлайн-друзья в Фейсбуке или в других социальных сетях могли присоединиться к познанию нашего Господа. А сегодня не через интернет, а физически я имел возможность пригласить быть участниками исследования очередной главы субботней школы Пасалаки Наталью, которая является руководителем детского центра «Радуга Надежды. Водолуй воды», и Дмитрия Пасалаки, пресвитера
Кишиневской церкви. Но и особая возможность им быть вместе, как мужа и жена. Они по совместительству являются мужем и женой. Не знаю, в наше напряженное время вам стало больше времени, уехали дети, разъехались, у вас стало больше возможностей для совместного общения и времяпровождения. Не знаю, вакуум пустым не бывает, если дети уехали, всегда есть какие-то вещи, события или еще выдуманные события, которые мешают нам больше уделять время друг другу. Ну, в первую очередь, мне хотелось бы поблагодарить, конечно, за приглашение. Очень приятно снова находиться в этой студии и делиться своими мыслями, но в первую очередь учиться, чем я сегодня надеюсь заняться. А по поводу вашего вопроса, не знаю, в наш космический век интернета, вайберов, ватсапов, трудно быть одиноким и трудно уединиться где-то, и всегда есть возможность пообщаться. Но сегодня у вас будет удивительная возможность, потому что общение будет связано не с семейными проблемами, не с вопросами воспитания, не быта, не жилища, а с духовными. И, наверное, ничто так не объединяет семью, как совместное поклонение Богу и совместное размышление над текстами Священного Писания. В разных обстоятельствах люди оказываются в разных сложных ситуациях, в разных тупиковых. Большая часть людей, которые сегодня смотрят эту программу, они не в церкви, потому что какие-то обстоятельства или состояние здоровья, или они выехали из своей страны, своего города, или еще какие-то случаи. Кто-то находится в тупике экономическом, кто-то болен, у кого-то проблемы семейного плана. Как важно, имея вот эти сложные обстоятельства, помнить о том, что есть тот, который говорит: «Придите ко мне, и я вам помогу». Поэтому прежде чем мы будем знакомиться с опытом других людей, которые оказались в сложной ситуации, давайте принесем в молитве Господу переживания и проблемы наших друзей, наших братьев, сестер, чтобы Господь укрепил и поддержал и помог. Пожалуйста, Дмитрий, помолитесь. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарны Тебе за то, что мы всегда можем прибегать к Тебе как к доброму Отцу. Мы сейчас просим благословения на это обсуждение. Мы также приносим сейчас на руках молитвы всех тех, кто нуждается, кто остался дома из-за наодри болезни. Просим утешь и даруем выздоровление по Твоей воле. Просим, руководи нашим обсуждением. Даруй утешение всем, кто нуждается через этот урок. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. 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 Имея жизненный опыт, опыт жизненный, опыт семейной жизни, встречаясь с разными людьми, по вашему наблюдению, по вашему опыту и взгляду, как вы думаете, когда люди, как вы видите, когда люди оказываются в сложных, тупиковых ситуациях, каким вариантом решения проблем они обращаются, используют? Какие средства используют? Каким людям? Что люди делают, когда в тупике? Ну, если говорить о детях, дети бегут к маме. Дети бегут к папе, если нет мамы рядом, за помощью, за поддержкой. Даже дети, когда становятся взрослыми, если что-то случается, первое, что они кричат: «Мамочки! Мамочка!» Да, да, по привычке. Люди верующие, конечно. Знаете, вообще у меня вот такая мысль пришла в голову на ваш вопрос. В сложные, в трудные ситуации, какие-то тупиковые, мы попадаем тогда, когда мы долго пытаемся решить что-то без Бога. Своими силами, своими какими-то умствованиями, стараниями. И нам тогда становится все труднее и труднее. Мы в эту бутылку забираемся, и тогда мы начинаем со дна бутылки кричать: «Караул! Господи, помоги!» Вот тогда нам трудно и тяжело. А если бы мы, я надеюсь, в этом уроке мы увидим этот пример, достойный для подражания, в первую очередь вот, сталкиваясь с трудностями, обращаемся к Богу. Не должно быть трудно, я так думаю. Спасибо. Но обычно, как люди поступают? Вы говорите о том, как нужно, а как обычно происходит? Обычно наш современный такой скоростной век,
Люди знают, что если поломалась машина, нужно обратиться в автосервис. Если нужно отремонтировать что-то дома, то нужно обратиться в профильную, скажем так, организацию, которая занимается этим ремонтом. И если болит что-то, то нужно обратиться к специалисту, к врачу, который лечит то или иное. А вот, собственно, современные люди практически всегда так решают проблемы. То есть в жизни люди, специалисты, к которым мы обращаемся, на которых мы надеемся. Но бывают такие ситуации, когда даже самые лучшие специалисты, лучшие врачи, мастера бессильны что-то сделать, чем-то помочь. И мы в прошлые субботы изучали историю царя, неверного царя Ахаза, который оказался в сложной ситуации, и вместо того, чтобы обратиться к Богу, верховному правителю, и того, кто управляет всеми обстоятельствами жизни, он решил заручиться помощью ассирийцев против Сирии и северного царя Израиля. Но из-за этого Иудея вынуждена была платить дань ассирийцам, пока сын, благочестивый сын Ахаза Езеки, решил не избавиться от этого долгового бремени. Была смена власти у ассирян, и Езеки решил воспользоваться этой смутой и сказать о том, что платить мы не будем. Но он не рассчитал свои силы. Ассирийцев возглавился Нерахим, который был очень предприимчивый, мудрый полководец, и которому удалось завоевать крупные города Иудеи, и он уже дошел до Иерусалима. Но он был не только жестокий, но очень хитрый. Он понимал, что зачем свое войско посылать на битву, зачем разрушать город Иерусалим, если можно уговорить их сдаться, тогда и город останется, и богатство останутся, и войско сохранится. И он использовал идеологическое оружие этим пропагандистом, вот этим глашатаем, стал Рабсак, его военачальник. И сегодняшняя история, это седьмой урок поражения сирийцев, говорит о той борьбе идеологической, о той сложной ситуации, в которой оказался уже сын Ахаза и Ехизекия. И главный вопрос, который задает Рабсак Езекии и всему народу, на кого ты уповаешь? Этот вопрос был в письме, которым он принес от Сеннерахима, и говорит, на кого ты надеешься, на кого ты уповаешь? Наверное, этот вопрос не только к Езекии, но это вопрос и к каждому из нас. Какие аргументы использовал Рабсак, чтобы запугать иудеев? Каким образом он их склонял к тому неверному решению, которое бы помогло бы им проявить свое неверие и сдаться на милость победителя? Какую он использовал средства, аргументы? 36 глава, да, практически целиком передает всю речь Рабсака. В общем-то, в современную жизнь уже вошел такой термин, как гибридные автомобили, даже гибридная война. В общем-то, то, что использует здесь Рабсак, можно сказать, что это есть гибридная, скажем, такая речь или полемика, или пропаганда. Потому что, если сказать, что он говорит неправду, нельзя. Ну, во-первых, он говорит о том, что сам Бог привел ассирийцев против Иерусалима. И мы знаем из предыдущих пророчеств Исаии, что так и есть, что Бог наведет и даже приводил такое словообраз, что я одолжу бритву. И когда он говорил про эту бритву, он имел в виду именно ассирийцев. И приду к тебе и обрею бороду твою и ноги твои, собственно. И Рабса говорит, сам Бог сказал мне прийти сюда. Он ссылается на библейские пророчества. Верно. Аргумент. И кроме всего прочего, значит, это часть правды. Часть неправды, он говорит, а почему мне Бог позволил? Потому что ты сделал реформу и убрал все столбы и сделал только одно место для поклонения. И вот поэтому, в кавычках, Бог на тебя рассердился и привел нас сюда.
То есть вот это уже неправда. Сеет сомнения, как да. бы, в людях. Но он был, Езекия был реформатором. Это правда. И он был благочестивым. И все то, что он делал под благословением и по воле Божией, чтобы был один место для поклонения. Да, но вот здесь Равсак пытается передать это как слабую сторону Езекии, а не как сильную сторону. Следующий довод, он говорит, ты, наверное, очень надеешься на Египет. А Египет – это трость надломленная. Вы знаете, когда разбитое стекло или поломанная палка, она может иметь острые края. Но надломленная трость опасна тем, что ты ее используешь как нормальную, помощь, но в какой-то момент, когда ты на нее ранит. Опираешься, угу. она протыкает твою руку и наносит себе ущерб. Да. Так всякий человек, на который надеется на другого. Вот это выражение «трость надломленная» мы еще у Исаии используется, да. что Бог нас сравнивает с тростью надломленной. Ну, вот он говорит, что не надейся на Египет, он тебе не поможет. И правильно говорит? Говорит правду. Думаю, говорит правду, потому что наивысшая или наибольшая сила политическая, так скажем, геополитическая в тот момент, это была Ассирия. Это та главенствующая империя, которая потом сменилась Вавилоном. Но это не единственный довод. Он говорит, зачем вам голодать? И он... употребляясь даже, зачем вам есть собственные нечистоты? Потому что если вы прямо сейчас выйдете из города, вы будете наслаждаться чистую виноградниками, воду. Вы будете наслаждаться теми плодами, которые земля приносит. Зачем вам проблемы? Зачем погибать? Зачем да? страдать? Да. То есть вот это вот те доводы, которые он говорил, причем говорил на иврите. А посланники царя ему говорят, говори с нами на халдейском, потому что мы хорошо понимаем язык. Не-не-не-не, я буду говорить на иврите, чтобы все люди, которые стоят на стене Стена. Этого города, чтобы они все слышали, что я хожу. И понимали, да, с чем мы пришли. Но если честно, вот перечисляя все вот это вот, мы как бы присваиваем вроде бы как Рабсаку вот это вот изобретение, что ли, да, гибридность вот это. А на самом деле ничего нового. Мне кажется, что это исконная политика лукавого смешивать правду с полуправдой, с ложью, чтобы люди принимали все это за чистую монету. И мне кажется, в настоящее время точно так же поступают некоторые политические лидеры, да и в принципе не только политические, но эта тактика используется вовсю. Но самая опасная ложь – это там, где 99% правды. И в том, что говорил Рабсак, было очень много правды, аргументов, серьезных, да. правильных аргументов. Но еще очень интересный, можно обратить внимание на тот аргумент, чей Бог сильнее, чей Бог истинный. В те времена были не только войны были не просто захватнические, это были евангельские компании. Когда они выходили одно государство на другое, брали с собой всех своих богов, и кто оказывал, кто побеждал, это было демонстрацией силы того Бога, которому они поклонялись. И поэтому они не просто захватывали богатство, но они брали в плен тех башков, которые mm-hmm. были в тех mm-hmm. государствах. И эти боги теперь уже им служили. Mm-hmm. И поэтому Рабсак говорит, вопрос, на кого ты надеешься? Если ты надеешься на Бога своего, то ты посмотри на нашего. Могу прочитать, пожалуйста. Так как это он говорит буквально. «Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского?» И 20 стих 36 главы. «Который из всех богов земель спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Буквально. То есть здесь не просто пропаганда, не просто подрыв уверенности находящейся в Иерусалиме, но здесь открытое богохульство. То есть он делает вызов не просто Езекии, он делает, кидает вызов Богу. Он говорит, вас Бог ничто, он слабее, он вам не поможет. Поэтому сдавайтесь. Кстати, на кого похож вот эта идеологическая обработка Езекии и его народа? Что нам это еще, кого нам еще напоминает? Личность, которая ссылается на Библию, которая подрывает веру в Бога? Кто так действует?
Я, когда читал данный урок, вспомнил цитату из книги «Великая борьба» христианского автора Эллен Уайт. Если вы позволите, я прочитаю, потому что она очень коротка. Но если ответить буквально на ваш вопрос, кого напоминает? Сатана хорошо знает, что самая слабая душа, преданная Христу, может с успехом бороться против сил тьмы, и что если он явно проявит себя, ему будет дан достойный отпор. Поэтому он старается выманить воинов креста из неприступной крепости, а сам ждет со своим воинством, затаившись в засаде, чтобы в любой момент уничтожить всякого, кто осмелится вступить на его территорию. Угу. То есть буквально ситуация точно так, как описано здесь. Угу. Он пытается выманить из крепости, в которой спрятаны воины креста. И если мы становимся на территорию сатаны, если мы ему поверим, тогда мы не представляем для него никакой опасности. И мы уже побеждены. Мы побеждены. То есть вот этот прием, эта тактика, стратегия Люцифера по отношению к людям, он используется Рабсаком по отношению к Езеке. А как сегодня практически, что для современников, для наших современников выйти из крепости и стать на территорию сатаны? В чем может быть проявлено на то, что человек перестает доверять на Бога, а идет, использует дьявольские, ну, скажем так, небожие способы решения своей проблемы. Когда человек, если Господь крепость, то сегодня что значит выйти из крепости и перестать доверять Богу? Ну, постараюсь ответить. Я ранее чуть-чуть уже говорила об этом, да, то есть человеку, когда он начинает своими собственными силами решать какие-то трудности, проблемы, это значит, что он уже не на территории Бога, это значит, что он уже Езекия переступил. До того, как пришел царь Рабсак, он укреплял крепость, он построил туннель. Он не сидел, бездействовал. Засыпал колодцы для того, чтобы не дать врагу ресурсов. То есть доверие Богу не подразумевает полное бездействие. Человек все равно предпринимает, что может со своих сил что-то делать. Угу. Поэтому доверять на Бога – это не значит быть бездейственным, ленивым, ничего не делать. Бог вместо тебя все делает. Есть у меня здесь мнение, я не утверждаю, что я права, но тем не менее, мы и дышим исключительно по милости и воле Божией. Это не наш выбор, и не мы это решаем. Единственное, что доступно человеку, то, что мы можем самостоятельно как бы предпринять, действие какое-то сделать, это только наш выбор. И если мы выбираем, опять-таки, вот тут Господь может прийти к нам на помощь, если мы выбираем Его, и Он нас может поддержать как бы в этом выборе и указать нам верный выбор. Но какие-то действия совершать, даже что-то доброе, если мы делаем, то исключительно по Его доброте и милости. Он наделяет нас талантами, Он заботится о нас, Он хранит нас в этом мире от зла, мы понятия не имеем, когда и как, где Он нас уберег, от какой беды. И присваивать себе какие-то, вот я сделал, и Господь меня благословил, вот я... Мы можем только выбрать. Все остальное мы делаем исключительно только потому, что Господь рядом вселяет в нас силы, здоровье, наделяет нас талантами, какие бывают в нашей жизни, в современной жизни, не примеры неверного выбора. То есть верный выбор – это доверять Богу, быть честным, поступать по совести, поступать по библейским принципам. Мы это знаем. А что значит выйти из этих рамок библейских принципов? Что значит поступить, стать на территорию сатаны? Что значит сдаться на милость лукавого? Проявление нечестности. Ну, каждый из нас... Обман. Как говорит Наташа, стоит перед выбором. Собственно, возьмем простой, элементарный какой-нибудь пример, когда студент идет сдавать экзамен. Да. И у него есть возможность либо списать, либо сдать на оценку пониже, но честно. Да. Или готовиться, а потом молиться, чтобы Господь помог все вспомнить. Да.
часто, если уж мы говорим сейчас о кризисных ситуациях, и это может быть и как совет, пережитый в моей жизни, в нашей жизни совместной, бывает так, что близкие нам люди попадают в больницу, попадают и вынуждены даже под хирургический нож лечь. Единственное, самое верное решение и упование – это все-таки Бог. Да, с нашей стороны важно найти место, найти врача, который мог бы… Действие какое-то предпринять. Да, это так же, как делал Езекия. Он засыпал колодцы, засыпал. А все, что зависит от нас, безусловно, необходимо предпринимать. Но самое главное в нашем уповании, в нашем устремлении – это не вот это действие найти врача или лучшего врача, там, я не знаю, а оставаться в уповании на Господа, потому что то чудо выздоровления, и хирурги, кстати, это не скрывают. Они говорят, что тогда, когда молятся о них, они чувствуют себя лучше, и операции проводятся гораздо успешнее. То есть вот это упование, несмотря на кризисную ситуацию, даже тогда, когда вот это и иллюстрирует, насколько мы уповаем на Господа. Потому что кризисная ситуация либо заставляет нас прибегать к человеческой помощи, забывая о Боге, либо, может быть, кто-то прибегает, и это можно причислить к фанатизму религиозному, прибегает исключительно к молитве и не прилагает никакого усилия для того, чтобы помочь. Действий никаких, никаких действий. Вот мне кажется, вот в этом очень важно найти вот этот баланс, да, какое-то равновесие между действиями и упованием. Если можно, я вот добавлю, может быть, ну, чтобы прозвучал и такой вопрос, что вот как определить верный, неверный выбор, путь. Я для себя это как решаю. Бывают сложные ситуации, бывают кризисные ситуации. Я делаю выбор. И если решение, которое я принимаю, вот тяготит меня эта ситуация по-прежнему, и мне нелегко, и мне тяжело, и я не нахожу покоя, то я понимаю, что я сделала выбор неверный. И даже если ситуация разрешается в лучшую сторону для меня, скажем, иногда бывает обратное, когда я принимаю какое-то решение, ситуация усугубляется, но при этом я испытываю какое-то умиротворение, какой-то покой. И я понимаю, что Господь, я прям чувствую, что Господь рядом, что даже в этой сложной ситуации, когда кто-то на болезненном одре из близких, и помочь я ничем не могу, и врачей перебрала, и перевыбрала, и ситуация не улучшается, воля Бога. Но я выбрала довериться Ему, и мне от этого легче, несмотря на то, что ситуация сложная. Сложная вот из работы, если хотите, вот конкретно. Могли бы вы поделиться ситуацией, безвыходной ситуацией в вашей жизни, когда вы были в тупике, и что вы предприняли? Ну, я не могу сказать, что это прям тупик был, но вот из работы, и свежий такой пример пришел на ум. По долгу службы приходится участвовать в судебных разбирательствах по поводу лишения родителей родительских прав. И этот, вот эта вот моральная дилемма стоит все время. Ну вот кто я такая, чтобы заявить в суде, что да, этого человека надо лишить родительских прав, потому что, ну, очень сложно принимать на себя такую ответственность. Судьбоносное решение. Совершенно верно. В жизни ребенка, в жизни этого родителя. И вот в очередной раз это судебное разбирательство, я понимаю, что вот меня спросят, и я должна ответить, и вот это вот все тяготит и мучает. И в какой-то момент судья говорит: попрошу всех удалиться. Оказывается, согласно новому постановлению, судья имеет право опрашивать ребенка без присутствия, без сопровождения педагогов, психологов, как это было раньше, и делает выводы самостоятельно на основании своего общения с ребенком. И первая реакция: ой, что же будет? Ой, ну ребенок не готов. Ой, мы же не. То есть вот человеческое чисто, а не так, чтобы Господь усмотрел, решил, все будет хорошо. Но тем не менее, мы обязаны подчиниться. Мы вышли в коридор, и когда вернулись, как бы ребенок был доволен, то есть судья профессионал, и все было хорошо, и разрешилось, и такое облегчение. И думаешь: Господи, ну вот стоило ли до того испытывать все эти муки, переживания, как же будет, а что же будет? Господи, как будет? Так будет, воля Твоя. То есть всякий раз, когда мы полагаемся на трости надломленные, на себя, да, мы испытываем страх, неуверенность, тягость, потому что да, мы несовершенные. Да. Но мир и спокойствие мы обретаем, как вы сказали, облегчение, когда мы все отдаем в руки Бога. Аминь. И, наверное, вот эти трудные обстоятельства нашей жизни, они и помогают нам больше уповать на Бога и сохранять этот мир. И Исаия говорит, что уповающего на тебя ты хранишь
хранишь в совершенном мире, ибо Бог все соделает. Как умная речь Рабсака повлияла на Езекию и его придворных? Какой был результат вот этих? Первый, кто разодрал одежду, это те послы, которые их послали. Их озадачили, да, они задачили, шли к царю. Они шли с вестью. Они пришли к Езеке с разодранными одеждами и тут же разодрал одежды и сам Езеке. Но мне нравится следующий шаг, который предпринимает Езеке. После того, как он разодрал одежды, первое, что сделал, первый стих говорит: «И пошел в дом Господень». То есть, если говорить о Езеке и о том, что он не ступает ногой на территорию сатаны, есть некая последовательность в том, что он делает. То есть он решил надеяться на Бога. Они что могли сделать, сделали со своей стороны. Теперь уже было время действовать самому Богу. И мне здесь очень нравится, как православные христиане называют таинством. Несколько таинств есть в православной догматике, и среди прочего таинство молитвы. И вот здесь, мне кажется, раскрывается именно это таинство, каким образом молитва приводит в действие небеса. И вот та последовательность, которой мы участвуем в молитве, в уповании на Бога, она раскрывается в этой 37 главе последовательно. То есть это история выхода из тупика Езекии. Верно. Какие шаги предпринял Езекия, демонстрировал свою веру Богу? Инструкция, руководство. Первое, что он сделал, он пошел в дом Господень. То есть после реформы, которую он внедрил в народ, он не позволяет себе лишнего, потому что он царь, он может себе не вести так, как заставлял, скажем, народ вести. Но тем не менее, он идет на то единственное место поклонения, которое он оставил для всех. И мы видим, что это же повторяется после того, как он получает письмо от самого царя Санхерима. И он идет также в Дом Божий. Но, наверное, мы это чуть позже обсудим, потому что дальше он приводится и сам текст молитва, он очень интересен. Вот те слова, которыми он обращается. Что содержит эта молитва? И как он в этой молитве показывает свое упование на Бога? Да, вот мне кажется, это как раз 37 глава. 37 глава и 16 стих – это и есть памятный стих нашего урока сегодняшнего. Пожалуйста. Во-первых, очень интересно, как Езекия обращается к Богу. Он говорит: «Господи Саваоф». Это имя Бога, который говорит о Боге как Бог воинств. То есть: «Господи Саваоф, Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Вы уже упомянули о том, что Езекия имеет настолько большую веру, что допускает, что нет у каждого народа своего Бога, а что есть один единственный Бог, Бог Саваоф, который является для всех царей и всех царств один. И сейчас ему предстоит вот эта провокация. На самом ли деле Бог является и Богом ассирийцев? И ответит ли он так, как просит Езекия, или не ответит? И дальше он говорит: «Преклони, Господи, ухо Твое, услышь. Открой, Господи, очи Твои, возри и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого». Собственно, вот то, о чем вы говорили, что здесь, в этом послании, в этой речи Рабсака, он хулил не народ Израилев, он хулил самого Бога Саваофа. И вот с этим приходит Езекия в Дом Божий. То есть он говорит: я не переживаю сколько о своей жизни, о своем. Бога. Да, тут уже вопрос репутации, великая борьба, вопрос репутации Бога. Мы видим Езекия, который в тупике обращается к Богу, мы видим Рабсака, который вокруг и подначивает его. А где в этой истории Бог? Как Бог ведет, какие действия предпринимает, видя, когда дети его находятся в тупике, когда дети плачут, когда дети расстроены, когда у детей руки опускаются? Где Бог? Как Бог ободряет в этой истории Езекию? Ну, 21 стих тут
говорит, и послал Исаия сына Амоса в Кизеке и сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, покачает след тебя головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возносил голос? И поднял так высоко глаза твои на святого Израилева». Спасибо. А вот еще я увидел в 5-7 тексте, Господь ободряет: «Не бойся слов, которые слышал ты, которым поносили меня. Я пошлю в него дух, он услышит весь и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Когда Рабсак говорит: «Ты на кого надеешься?» Видишь, у кого для войны нужна сила. У тебя нет силы, у нас есть сила. То есть он видит, он показывает зримое. То Бог говорит: «Не бойся видимое, не бойся их, я покажу тебе невидимое». Мы часто испытываем страх, разочарование, потому что мы видим. Видим болезнь, видим пустой кошелек, видим засуху, видим какие-то проблемы, но мы не видим невидимое. И мы испытываем страх, потому что наше мировоззрение и наше состояние, оно связано с видимым миром. И поэтому Бог говорит: «Не бойся, я покажу тебе то, чего ты не знаешь, покажу тебе невидимое, покажу тебе будущее». Ведь то будущее, которое он приготовил для армии Сенахерима, об этом даже никто и не мог и предположить. Огромная армия, кто будет с ней? Да, непобедимая армия. Никто этого даже и предпринять не может. И поэтому мне нравится Бог, как он, человек переживает, как тот ребенок, а он в то время, когда опаздывает: «Не бойся, не переживай, я с тобою». Эти слова Иисус часто говорил своим ученикам: «Не бойтесь, малое стадо, я буду с вами до скончания века. Мне дана всякая власть на земле и на небе. То есть я управляю, не переживайте». Когда люди будут в панике, когда люди будут задавать вопрос, что есть, что одеться, пандемия, опасности и так далее, Бог говорит: «Не бойтесь, мне дана власть, я управляю». Вы когда задавали вопрос, а где был Бог, я понимала, что вы хотели услышать конкретный ответ, и поэтому Но первая мысль, которая пришла мне в голову, он как родитель, безусловно, был рядом и очень страдал из-за того, что его дети в таком состоянии. Ему очень больно наблюдать, когда мы делаем неправильный выбор, когда мы мучаемся, когда мы страдаем, когда нам больно, ему точно так же больно. И то, что мы о чем раньше чуть-чуть говорили, когда близкие наши страдают, и мы ничем помочь не можем, это беспомощное какое-то состояние. И Господь в это время ожидает, чтобы мы обратились к Нему. Но знаете, у меня вопрос все время по ходу изучения этого урока, и я так думаю, мы сейчас подойдем к этой молитве. И мы чуть-чуть говорили об этом уже. Почему мы так восприимчивы, почему мы всегда к Богу спешим обратиться именно когда мы страдаем, когда нам плохо, когда мы в слезах, и нам кажется, что почему-то, мне кажется, это стереотип все-таки, что Бог нам ближе, и Бог нас слышит быстрее, когда нам плохо, когда мы со слезами к Ним приходим. Мне кажется, молитва Езекии потом, он со слезами отвернулся, когда узнал, что он при смерти уже, и начал в слезах молиться. Почему мы, люди, будучи радостными, будучи счастливыми, реже вспоминаем о Боге, реже говорим об этом опыте? То, что вы говорите, как люди переживают, поэтому и дана нам эта Библия, этот опыт, мы читаем его, мы знаем, что мы забываем прошлое. Если бы мы помнили, если бы мы обращались к этому чаще, мы бы знали, что все будет хорошо. Была бы эта надежда у нас, была бы эта уверенность у нас, более твердая. Человек так устроен, к сожалению, что поэтому, забывает. Поэтому, наверное, основная мысль Библии, самое главное, не забудь прошлое. Да, мы учимся поэтому. Да. Мы забываем прошлое, легче. Забываем те опыты, которые имели с Богом, и поэтому мы испытываем сомнения в настоящем, не зная будущего. Поэтому мы страдаем и плачем, и в слезах снова прибегаем к Богу, вместо того, чтобы, помня, какие чудеса были сотворены, и всякий раз, сталкиваясь с подобными же проблемами и ситуациями,
Мы должны просто в радости. Господи, ты такие чудеса явил, и у тебя есть возможность снова. Вот я верю, что ты спасешь и разрешишь, и все будет хорошо. А мы нет, почему-то доводим это до такого состояния всегда, что в слезах должны обращаться к Богу. Вот странно. Мы говорили о причинах проблемы, мы говорим, как развивается эта проблема. А какой конец было вот этой истории? Чем закончилась история для ассирийцев? И чем она закончилась для жителей города Иерусалима и для самого Езекии? Какой финал? Название урока говорит уже об этом. Поражение ассирийцев. Поражение было, ну, скажем так, как современным языком, безоговорочным, да, безоговорочной капитуляцией. На утро встали, и ангел Господень поразил в ассирийском стане 185 тысяч человек. Вот Библия говорит, они встали поутру, и вот все тела мертвые. Представьте себе ужас, который объял людей, увидевших вот такую картину. Естественно, не с кем было воевать. Ассирийцы еще получили тревожные вести о том, что царь Эфиопский идет против Ассирии, и еще где-то восстание, и они вынуждены были уйти из Иудеи. Но вот я хотел бы еще привести 38 стих. То, как царь Санихерим, он и отступил, и пошел, и возвратился Санихерим, царь ассирийский, и жил в Ниневе. Это 37 стих. И последний стих 37 главы, 38 стих. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарацер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Азардан, сын его вместо него». Вот мы говорили о том, что когда сталкивался с проблемой Езекия, он прибегал в дом Бога. А заканчивается глава, что и его враг, царь ассирийский Сеннахерим, пришел в дом его Бога. И видите, какова была помощь. Реакция. То есть эта глава, она полностью иллюстрирует именно центральный стих, памятный стих, что Господь является Богом всех царей, не только Израиля, что Он творит над царями свою волю и что они не избегнут. Вся эта глава иллюстрирует вот этот памятный стих. Но тут последний момент вот этих судьбы Сеннахерима, тут есть и юмор, потому что он погибает от человека, от своего сына, у которого имя значит Шарицер, значит, защита царя. Угу. Он пришел к своему сыну, которого для него был защитой, может быть, руководителем службы безопасности, и он погибает от человека. Если мы полагаемся на людей, то проклят всяк, кто надеется на человека. Какой бы человек ни был бы близкий, даже твой сын, даже твои близкие, ты можешь быть иметь проблемы, можешь быть иметь разочарование с ними. Не обманет тебя только Господь. А какой конец для жителей Иерусалима? Финал истории в этой ситуации? Что Бог обещает для остатку? Да, здесь есть обетование в этой же 37 главе. 31 стих. «Уцелевший в доме Иудином, остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона, ревность Господа Саваофа соделает это». Ну, здесь много иносказаний, так скажем, словообразов. Вот этот вот корень, который пустит... Безусловно, это пророческие слова, потому что в Иерусалиме должен будет ходить тот, которого ожидает все народы. То есть здесь, безусловно, Бог говорит и о Иисусе Христе, Мессия. Который является Мессией, который должен прийти. Ну, естественно, Мессия не может прийти на пустом месте, он должен прийти из народа, а следовательно, этот народ, народ иудейский, он пустит корень, даже несмотря на все те трудности, на все те переживания, которые они переживут, через которые переступят.
Спасибо. Простите, можно я еще 35 стих, мне кажется, стоит прочитать? «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Здесь тоже как бы вот идет речь, что мы чуть-чуть говорили раньше. Мотивация. Почему все это делает Господь? То есть, чтобы утвердилось, имя его прославилось. Вот эта цель. Спасибо. Вы рассматриваете, показываете Бога и библейские истории, пророчествуют как того, который в таком мега-космическом масштабе действует, видит историю будущего, спасает Землю. Но 38 глава показывает Бога, которому не чуждо и проблемы, переживания человека. Он не только думает о земле, о судьбах народах, но даже проблема человека, у которого болезнь, который в тяжелом состоянии. И мы видим его личный интерес к Иезекии, когда постигает болезнь. Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господу, и заплакал Иезекия сильно. И Бог говорит ему: «Не переживай, я слышал твою молитву и видел слезы твои». Бог видит наши слезы. Когда мы в подушку плачем или в стенку, когда мы в отчаянии, когда нам тяжело, когда нам не на кого надеяться, только мы и Бог, и подушка знает наши переживания. Бог говорит: «Я слышу, я знаю твои слезы». И вот здесь Иезекия, которому Бог даровал исцеление, чудесное исцеление, имел возможность, да, и 15 лет жизни, имел возможность продемонстрировать силу и засвидетельствовать, что Бог его спас, вавилонянам, которые принесли ему подарки по случаю его исцеления и такой победы. Как он пренебрег этой возможностью, и какой для нас урок? Когда нам плохо, мы обращаемся тяжело, мы обращаемся к Богу. Ну, а когда хорошо? Мы начинаем хвастаться. Мне очень нравится этот момент, когда после этих событий Исаия приходит к Иезекии, потому что у него такая была миссия обличить царя. И вот первый вопрос, который задает Исаия: «Что видели они в доме твоем?» То есть это еще один вопрос, когда мы можем вступать на территорию врага. Сатаны. Вот мы говорили, обсуждали этот вопрос, да? Когда к нам приходят люди или общаются с нами, что видят они, во-первых? Видят ли они нашу веру или видят они нашу, простите, какую-то новую машину, обставленный дом или одежду, в которой мы хотим поразить, сразить кого-то? Или они видят Бога, который дает мудрость, силу зарабатывать и давать успехи, или наше тщеславие, гордость, где мы себя выпячиваем, что мы это все достигли. Мы искушены приписать успехи себе. Да, здесь очень показательно, я сделаю такое предположение, может быть, правда, может быть, нет. Суть в том, что когда Иезекия был исцелен, солнце вернулось на 10 ступеней на часах Ахаза. И вавилоняне, будучи очень хорошими астрологами, астрономами, они не могли не заметить это. Я думаю, что причиной того, что они посетили Иерусалим, послужило именно вот это событие, это чудо. И вместо того, чтобы рассказать об этом чуде, что делает Иезекия? Который створил Господь. Рассказывает о себе. Да, какой он молодец. Показывает свои сокровища. Да. Сколько у него там золота много, как все красиво. У него на поколение собрали так много. Какой для нас это урок? Да, кстати, с тем золотом что произошло? Ну, досталось тем, кому он его демонстрировал. Буквально читаю. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Так какой урок для нас? Какое в этом, может быть, предостережение? Что нам делать? Мы говорили о том, что делать, когда плохо, а что делать, когда хорошо? Когда ты победитель, когда у тебя все получается, когда ты успешен в работе, в жизни, в учебе. Как себя вести при успехе? О чем мы не должны забывать, о чем должны помнить? Вот больше, мне кажется, продолжать не нужно. Главное, мы должны помнить, откуда все это, все наши успехи, все наши блага, чьей милостью мы все это имеем. Если мы будем это помнить, то
то все будет хорошо у нас. Как только мы забываем об этом, случается то же самое, что и с Езекией. Приходит враг, которому мы хвастаемся своими достижениями, и мы остаемся без ничего. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда нам будет трудно, важно не забывать Бога, который спасает, а когда Бог спасает, не забывать о том, кто является источником этого спасения. На кого ты уповаешь? Дорогие друзья, а на кого полагаетесь вы? Иногда, как это произошло во время правления Езекии, наша вера также подвергается испытанию. На кого нам положиться? Чьей помощи нам в первую очередь обратиться? Уповать на Господа или уповать на человека? Если в какие-то моменты мы сталкиваемся с трудностями, как важно помнить, что есть Бог. И мы можем повернуться к стенке, мы можем плакать, мы можем молиться. И Господь способен вырвать человека из когтей смерти, из когтей дьявола и сложных обстоятельств. У Бога ключи жизни и смерти. Дана мне всякая власть на земле и на небе. И Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Помните об этом. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за эту удивительную историю прошлого, которая открывает нам Тебя, заботливого и доброго Отца, Спасителя, правителя мира и Вселенной, у которого в руках все. Мы верим, Господи, что и сегодня Ты тот же заботливый и милостивый Бог, который, даже когда мы оказываемся в сложных обстоятельствах жизни, всегда близок к своим детям, всегда готов оказать помощь, поддержать, исцелить, спасти. Мы просим, научи нас полагаться на Тебя, доверять Тебе. Помоги нам, Боже, не забывать тех чудес, которые у нас были с Тобой, когда Ты чудесным образом нас избавлял и приходил в ответ на молитвы. И когда нам, Господи, хорошо, и когда у нас успех, помоги нам не забывать о том, что всякое доброе даяние исходит из Твоих рук, рук нашего Господа. Благослови, дорогой Господь, каждого из наших друзей, братьев, сестер, тех, которых в сложных обстоятельствах жизни. Ты, который пришел на помощь Езекии, помоги и своим детям. Просим Тебя об этом во имя Твое. Аминь. 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 Благодарны за ваше участие, за то, что вы продолжаете изучать Священное Писание. Приглашаем вас и в следующую субботу для открытия новых граней характера Бога и новых пророчеств книги пророка Исаии. Всего доброго, до свидания, до встречи. Вам успехов, благословений вам и вашей семье, вашим детям. Спасибо. До свидания, спасибо, до встречи. До свидания. Дать Богу первое место в жизни не всегда легко. Чему мы можем научиться у Анны? Как научиться ставить Бога выше всех иных приоритетов? В жизни Анны произошло невероятное чудо. Бог ответил на ее молитву и подарил ей сына. Несколькими месяцами ранее она вошла в Иерусалимский храм и открыла свое сердце Богу, пообещав, если Бог подарит ей сына, она посвятит его на служение. Так она и сделала. Она назвала сына Самуилом, что означает «услышанный Богом». Мы можем представить себе Анну, сидящей с мальчиком Самуилом и наставляющей его следовать Божьим повелениям. Самуил был чудом, и она любила его всем сердцем.
Но вскоре пришло время, когда ей нужно было взять Самуила и отвезти его в храм на служение, Господу, как она обещала. Отдать сына совсем ребенком, наверное, было для Анны очень тяжело. Поставить Бога на первое место зачастую нелегко, но вот ее слова. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Она не знала, что Самуил станет одним из величайших пророков в истории Израиля. Это был человек Божий, помазавший на царство Саула и самого царя Давида. Однако ничего из этого бы не произошло, если бы его мать отказалась поставить Бога выше всех своих желаний. Если вы родители, задумывались ли вы когда-нибудь о том, какое влияние оказывает на детей ваш собственный пример? Анна поставила Бога на первое место. Ее пример побуждает нас поступать так же. Возвращая десятины и пожертвования, мы подтверждаем приоритет Бога в нашей жизни. И это «Важные важности». Узнай все о Библии. Я очень люблю, когда мама мне читает вслух. Я люблю читать по настроению. Иногда люблю, иногда нет. Я очень люблю читать, но только то, что мне нравится. Иногда у меня бывает такое настроение, когда мне очень хочется читать. Моя любимая книга «Ниль с дикими гусями». Моя любимая книга – это «Сказка о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина. Моя любимая книга – «Королевство кривых зеркал». Я очень люблю все библейские истории. В мире написано столько книг, что уже невозможно сосчитать. Книги бывают интересные и не очень, длинные и короткие, веселые и грустные.
полезные и просто развлекательные. Но есть книги, которые стоит прочитать каждому образованному человеку. В интернете ты можешь найти массу списков лучшей литературы. Это произведения выдающихся писателей, ученых и философов. Среди них есть особенная книга, о которой мы сегодня все узнаем. Это Библия. Эту книгу написал Небесный Отец. И в Библии говорится о Божьих законах и правилах для людей. Библия – это очень известная книга. В Библии вся история мира. В Библии бывает с картинками и без. В Библии бывают детские и взрослые. Большие и маленькие. Слово «Библия» происходит от греческого слова, которое означает «книги». Потому что на самом деле это не одна книга, а целых 66. Библия делится на две большие части. Ветхий Завет, в котором 39 книг, и Новый Завет, в котором 27 книг. Библию писал не один автор, а более 40 человек совершенно разных занятий. Моисея, который написал первые 5 книг Библии, воспитывали как будущего принца. Иисус Навин был военачальником. Давид, написавший псалмы, сначала был пастухом, а потом царем. Его сын Соломон, тоже царь, написал книгу притч и другие. Пророк Даниил был премьер-министром. У учеников Иисуса, написавших Новый Завет, тоже были разные профессии. Например, Петр был рыбаком, Лука – врачом, а Матфей – сборщиком налогов. Написание Библии заняло примерно 1600 лет. Писалась она в трех частях света – Азии, Африке и Европе. И на трех языках – иврите, арамейском и греческом. 23 ноября в разных странах отмечают Международный день Библии. А вот еще 5 интересных фактов о Библии. Первый. Библия занимает первое место по количеству переводов на другие языки. К концу 20 века она была переведена на 1928 языков. Второй. По тиражу Библия тоже занимает первое место в мире. Более 40 миллионов экземпляров. Третий. Библия довольно большая книга, и в ней около 3,5 миллионов букв и почти 774 тысячи слов. Четвертый. Самую большую в мире Библию высотой 110,5 сантиметров, длиной 249 сантиметров в открытом виде и весом 496 килограмм создал в 1930 году американский плотник Луис Вейнай. И пятое. Самый маленький Ветхий Завет создали ученые из Израиля. Они написали весь текст на кремниевой пластинке размером с песчинку. Мы уже узнали много интересных фактов. Наступило время спросить у моих друзей, о чем они читали в Библии. Я читала о том, как Бог сотворил мир и первых людей. Мне больше всего понравился рассказ о Ноем ковчеге и о самом большом наводнении на Земле. Как-то раз бабушка читала мне о том, как люди пытались построить Вавилонскую башню высотой до облаков. А я узнала о том, какие 10 правил Бог дал людям через Моисея, чтобы они жили счастливо. Я смотрела мультфильм о том, как Иона провел 3 дня внутри гигантской рыбы. А вы знали, что в Библии есть книга, состоящая из 150 песен? Это книга Псалма Давида. В книге притчей много советов о том, как стать умными, как распоряжаться деньгами и как дружить. Моя любимая история о том, как родился Иисус. Недавно я читала о том, как 5 хлебов и 2 рыб хватило на то, чтобы накормить 5000 человек. А сколько там интересных притчей. Мне нравится читать о том, как Иисус лечил людей. Это очень здорово, что вы прочитали столько библейских историй. Но Библия такая большая, как найти в ней нужное место? Каждая библейская книга поделена на главы, а каждая глава на стихи. Таким образом получается своеобразный библейский код. А как его расшифровать? Например, если кто-то скажет мне «прочитай послание к римлянам 12:18», то я открою Библию, найду там послание к римлянам, 12 главу и 18 стих и прочитаю. Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Давайте найдем в Библии 5 важных советов для счастливой жизни. Первый. Евангелие от Марка 10:14. Пусть дети приходят ко мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Это напоминание о том, как Иисус относится к детям. Второй. Книга пророка Исаии 41:10. Не бойся, я с тобой, ничего не страшись, ибо я Бог твой.
Я придам тебе сил и помогу тебе. Это напоминание о том, что Бог всегда рядом и готов прийти на помощь. Третье. Евангелие от Матфея 7:12. Итак, во всем, как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и сами поступайте с ними. Это золотое правило о том, как относиться ко всем людям. Четвертый. Послание к Колоссянам 3:20. Дети, во всем будьте послушны своим родителям, ибо это Господу приятно. Это совет о том, как относиться к родителям. Пятый. Первое послание к Фессалоникийцам 5:16-18. Всегда радуйтесь, молитесь неустанно и за все благодарите. Это совет о том, как быть счастливыми. Чтобы узнать больше о книге, которую Бог написал для всех людей, читай и смотри библейские истории. И это очень интересно. Подписывайся на наш YouTube-канал «Надежда Kids». Приветствую вас, уважаемая церковь. У нас снова, по милости Божией, есть чудесная возможность читать Священное Писание. Каждый раз, когда мы делаем шаг навстречу к Богу, наше сердце изменяется, наши взгляды, наше мировоззрение, наша жизнь приобретает новые оттенки. Сегодня наше духовное размышление я хочу посвятить мужчинам и женщинам, которые ищут Иисуса. Мир изменяется, изменяемся и мы. Всевозможные тенденции и философии мира то отдаляют человека от Бога, то приближают его к Нему. Но каждый человек имеет свое сердце и свой внутренний мир. И нельзя сказать, что человек неверующий. Всякий человек верующий. Однажды в поезде попутно священник и ученый атеист общались между собой. На что сказал атеист: «Зачем нужна мне вера? Жить можно и без веры». Вот, допустим, такая ситуация. Лежу я на операционном столе, а передо мной врач со скальпелем. И зачем нужна мне вера? На что священник ответил ему: «Да, вот именно в этот момент нужна вера. А вы убеждены, что белый халат, на нем одетый, доказывает то, что он и есть врач?» Всегда нужна вера, в каждый момент. И люди разных сословий, богатые и бедные, нуждаются в Боге. И даже если мы не сразу это понимаем, Бог подводит нас к таким обстоятельствам в жизни, что мы все ярче, яснее понимаем, что нам нужен не человек, а нужен кто-то, кто может дать ответ на все-все вопросы жизни и заполнить человеческую пустоту. В Евангелии от Луки мы читаем с вами в 8 главе о мужчине и о женщине. Интересный очень случай, как каждый из них пришел к Богу и как вера возрастала с каждым часом во Христа. Мы читаем со стиха 40 главы 8. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Яир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к Нему в дом». Мы знаем с вами, что лидеры синагог, церквей, фарисеи, саддукеи, все они противостояли Иисусу, потому что Его учение, Его авторитет превосходил их авторитет. Его учение было силою, оно отвечало на нужды людей, на их сердечные искания. А они же, наблюдая со стороны, думали о Нем и всякий раз противостояли, искушали, пытались найти изъян, но им это не удавалось. Мы читаем с вами в Евангелиях, что с годами, наблюдая за словами, за делами Иисуса, все больше людей из, скажем так, духовной элиты стали прислушиваться и всматриваться в лик Иисуса. Они стали больше думать о Нем, и даже мы читаем с вами о том, что один за другим они стали подходить к Иисусу. Нам известен случай Никодима. Ему было стыдно пойти к Иисусу днем, и поэтому ночью он нашел из Иисуса учителя, чтобы сказать ему, что его учение, оно не человеческого происхождения. Но в жизни всякие ситуации бывают. И, конечно же, кто нам не так дорог, как наши дети? За них мы готовы все отдать. За них мы готовы противостоять толпам людей. За них и ради них
мы готовы положить сердце и душу, потому что близки и дороги они нам более чем все на свете. И вот мы видим, как этот начальник синагоги, человек уважаемый, слышавший об Иисусе, знавший о делах Иисуса, противостоял давлению общества и толпы, и он пошел к Иисусу. И даже не сдалека, а очень близко, подойдя к нему, написано, что он пал к нему, чтобы сказать эти слова: «Войди ко мне в дом». «Войди ко мне в дом, Господи». Как часто вырываются слова эти из наших уст. Как часто современный человек готов сказать: «Войди ко мне в дом, Господи». Когда у него накрыт стол, когда друзья и когда большой праздник. Когда мы знаем с вами о том, что переживаем такие моменты, когда счастье наполняет нашу жизнь, готовы ли мы сказать? Нет, чаще получается в жизни так, что переживая тяжелые жизненные ситуации, потерю близких, родных, болезнь детей, мы как никогда взываем к небесам: «Войди ко мне в дом, в Господи». Ведь кто может изменить что-то в нем, если не ты? И мы читаем, что когда-то человек, начальник синагоги, был у ног Иисуса и просил о своей дочери. Сообщается в Евангелии о том, что у него была одна дочь, всего лишь одна, лет 12, и та была при смерти. 12 лет. Ребенок, рожденный, чтобы жить. Он должен развиваться, он должен расти, он должен процветать. Каждый год добавляет ему в росте, в знаниях, в развитии. Но в этой жизни что-то шло не так. 12 лет. Она умирает, хотя должна расти. И пока это маленькое создание живет и борется за жизнь, дальше повествование рассказывает о женщине, что и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Тоже 12 лет, да, но она уже взрослая женщина. Казалось бы, что жизнь идет к завершению, на склоне лет. Но кто не хочет жить? И эти 12 лет, когда она уже не развивается, когда она уже достигла зрелости, будучи больна, она идет к смерти, но она не смиряется с этим. И написано, что все свое имение она издержала на врачей, расходовала на врачей. И тоже подошла к Иисусу. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» На что Иисус отвечает: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствую силу, исшедшую из меня». Хочу сказать, что Евангелие от Матфея, мы читаем с вами в 9 главе, в 21 стихе, дополняет это повествование и описывает его несколько с другой стороны. В 21 стихе мы читаем с вами, что это прикосновение, оно произошло не просто так. Это не было случайное прикосновение, это было умышленное. И в 9 главе, в 21 стихе мы читаем следующее: «Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Когда рождается в нас это внутреннее убеждение: «Если прикоснусь к нему, то я выздоровею». И хочу вас спросить, а почему получается так, что когда уже у нас не остается шансов, когда у нас уже нет больше выходов, когда мы все испробовали, когда мы все испытали, когда мы ко всем пошли, почему так получается, что к Богу мы идем, мужчины и женщины, в самую последнюю очередь? Ведь этот Иисус, Он каждый день исцелял, Он каждый день творил чудеса, и можно было каждый день попасть к Нему. Можно было пойти, преодолеть, поехать, пойти пешком. Но каждый из них искал другие пути. И написано, что эта женщина много врачей нашла, много специалистов. И она пыталась найти выход из ситуации. У нее были деньги, она оплачивала их услуги. Но поняла, что никто из людей помочь ей не может.
И далее, когда мы видим с вами, что, как казалось бы, что каждый из них вот уже нашел выход из ситуации, когда этот влиятельный, богатый человек, Яир, находит Иисуса, и когда он понимает, что Иисус — это единственный ответ на все дилеммы жизни, происходит нечто не очень для него приятное. Представьте себе, что вы стоите в очереди, и стоите вы много-много-много часов. И вот уже ваша очередь, вы уже подходите, и в этот момент кто-то становится перед вами. Что вы испытаете, и о чем вы будете думать, и какие эмоции появятся в вашем сердце? И вот когда у этой девочки остаются считанные минуты жизни, и когда он нашел выход из ситуации, появляется эта женщина. Евангельское повествование очень быстро. Нужно очень углубиться, включить воображение, чтобы понять все то, что там происходит. Если вы прочитаете внимательно эту историю в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, то вы увидите, что когда Иисус спрашивает, кто ко мне прикоснулся, то здесь мы видим с вами, что начинается целое-целое повествование. Евангелист Лука рассказывает, кто прикоснулся ко мне, спрашивает Иисус. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась она. Здесь начинается история жизни. И она начинает рассказывать, как появилась болезнь, как грехи жизни привели ее к этой ситуации печальной, как начала она поиски, как понимала, что есть люди очень умные в этом мире, кто могут ответить ей на нужды, на ее проблему, как долго она искала, и как она услышала об Иисусе. Вот в этот момент она повествует, а Яир ждет. Она рассказывает о том, что вера положила начало ее исцеления, вера в Иисуса. Дорогие друзья, вера во Христа в нашем сердце, есть ли место для нее? Сколько нужно ждать, чтобы начать верить? Сколько нужно пострадать, чтобы начать верить? Сколько нужно измучиться, чтобы начать свой путь к Богу? Сколько нужно ждать, чтобы наконец-то осознать, что только Бог — это главный ответ на все проблемы жизни? И вот после долгих исканий, 12 лет болезни и целой жизни измученной, она, наконец, сказала в сердце своем: «Если я найду Иисуса, если я хотя бы к Нему прикоснусь, то моя жизнь изменится». А можете себе представить, что случится с нашей жизнью, если мы будем не только однажды прикоснемся, но каждый день это будем делать, каждый день об этом будем думать и к этому будем стремиться. А какой будет жизнь вечная, когда всегда с Иисусом будем? В этот момент мы читаем с вами, что когда эта женщина испытывает это возрождение, общение со Христом, некто подходит из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Интересно, что как люди понимают Христа и как они видят Его. Кто такой Бог? Может ли Он помочь мне только когда мне хорошо? Или Он все-таки не похож на человека? Хочу прочитать вам Псалом 3 и 5 стих. Чудесный призыв, который мы встречаем здесь с вами в этом псалме. «Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, и сплю я, и встаю, ибо Господь защищает меня. Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, Ты возносишь голову мою». Полное доверие Богу, полная вера. Те, кто не знает Бога, они не могут понять всей той красоты. Этот человек, слуга Иаира, пришел и сказал: «Оставь учителя в покое, оставь Бога в покое, Он больше помочь тебе не может». Но Иисус вмешивается и говорит эти слова: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И когда Он пришел в этот дом, где все плакали и рыдали о ней, Он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Оставьте Бога в покое. Ваши проблемы решить никто не может. Но Иисус сказал: «Все, кто не верит, выйдите вон из дома, уходите, потому что там, где есть неверие, там не может воцариться жизнь». И тогда Иисус сказал этой девице: «Встань». Она спит, она всего лишь спит. Как чудесно, как красиво. То, что для нас смерть, для него всего лишь сон. То, что для нас невозможно, для него возможно. То, что мы не можем сделать, он решает очень легко. Всего лишь два слова сказав. Вера человека, насколько она важна. Мужчины и женщины, которые идут к Иисусу, имеют веру в Него. В их жизни совершается нечто удивительное. Там, где все безуспешно, Он говорит: «Я есть Альфа и Омега». Там, где у нас нет силы, Он говорит: «Не бойся, я с тобою». Там, где нет выхода, Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». С Ним жизнь обретает другие оттенки. Мне очень нравятся слова Иова, этого человека Божьего, который имел много страданий на жизненном пути, но имел постоянную надежду и веру в то, что Бог знает его путь. Смотрите, какие красивые слова он говорит в книге Иова, в главе 13, в стихе 15. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его». Как удивительно! «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Это глубокая вера, глубокое посвящение, которое имеет Иов по отношению к Богу. Тотчас встала, как только услышала слова Иисуса. Имеет ли значение наша вера? Конечно, имеет. Верующий не постыдится. Готов ли ты сегодня ожидать, чтобы твоя жизнь изменилась? Готов ли ты тянуть это время безбожие? Или все-таки ты сегодня готов обратиться к Богу? Готов ли ты сегодня открыть свое сердце? Зачем страдать 12 лет? Зачем так долго мучаться и мучать тех, кто в доме твоем, когда уже сегодня все может измениться и полноценная жизнь воцарится в чертогах твоих? Но нужно, чтобы это случилось, чтобы это изменение произошло. Нужна смелость, которой очень часто нам не хватает. Мы думаем, что скажут люди. И эта женщина должна была попасть в это окружение мужчин праведных, которые спешили осудить и могли бы сказать ей: «Болезнь твоя из-за грехов твоих, вот и мучайся перед Богом и людьми». Или этот человек уважаемый, он мог бы думать: «А что скажут люди?» Вот как часто мы думаем об этом? Что скажут люди? Что скажут люди? И как мало нас беспокоит, а что скажет Бог? И вот они ждали, пока чуть ли не наступил час смерти, потому что думали: «А что скажут люди?» Но наступил такой момент, когда ждать было невозможно. Или Бог, или смерть. И поскольку мы хотим жить, то в сердце каждого из них появляется другая мысль. Пойдем к Богу. Что бы ни сказали люди, пойду ко Христу и прикоснусь к Нему. Что бы ни думали люди, даже если будут смеяться с меня, пойду и попрошу, пусть Он исцелит мою дочь. Да, нужно исповедание, нужно открыть свою жизнь, нужно быть смелым, чтобы этот шаг сделать, потому что нельзя втайне наслаждаться Божьими дарами, нельзя втайне просить у Бога и всегда оставаться в тайне, скрывая эти благословения. Господь приглашает нас, чтобы мы вышли вперед и сказали: «Господи, я верю в Тебя. Только Ты есть ответ на все вопросы жизни». Хотел бы в завершении прочитать очень интересные слова,
слова Вестницы Божьей, где она пишет следующее. «Мы должны помнить, что всякий дар от Бога для нашего собственного блага. Это укрепляет веру, так что мы можем просить и получать еще и еще. Самое ничтожное благословение, которое мы сами получили от Бога, гораздо больше вдохновляет нас, нежели все рассказы о вере и переживаниях других людей». Как интересно, даже самый маленький опыт, но наш личный опыт с Богом, когда мы доверяемся Ему, для нас это больше, чем все аргументы и все опыты, которые происходят вокруг. Человек, откликающийся на благодать Бога, подобен орошаемому саду. Он будет источать целительную силу, свет его рассеет тьму, и слава Господня явится в нем. Будем же всегда помнить милосердие Господа и множество Его благодеяний. Дорогие друзья, мужчины и женщины, взрослые и дети, у Бога есть чудесное приглашение к каждому из нас. На этой земле мы много страдаем. На этой земле общественное мнение людей очень сильно влияет на каждого из нас. Мы боимся идти к Богу, даже когда знаем и убеждены в том, что Он единственный ответ. Мы предпочитаем оставаться наедине в страданиях. Но для чего? Сегодня ко мне и к вам звучит приглашение. Что бы ты ни испытывал, каким бы ты ни был, где бы ты ни был, встань, не бойся, и иди ко Христу. И в сердце своем скажи: «Господи, к Тебе, если прикоснусь, тогда исцелюсь». И это случится, потому что Бог благ по отношению к тем, кто уповает на Него, потому что Господь сострадает каждому человеку, и Господь — это единственный ответ на все переживания нашей жизни. Ну а что сказать о Церкви Божьей? Представьте себе, что Церковь Божья на этой земле состоит из таких людей, стоящих в очереди для того, чтобы исцелиться. Что это за Церковь? Что это за люди? Иисус очень красиво в Евангелии от Матфея в 9 главе сказал в 12 стихе: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И поэтому очень часто, когда мы смотрим на Церковь Божью, на тех, кто стоит в очереди, может быть, они нас смущают. И думаем мы: «И что, я тоже там должен с ними стоять в этой очереди к Иисусу?» Да, может быть, те болезни, те ситуации, те обстоятельства этой большой больницы Церкви Божьей нас на самом деле смущают. Но Иисус об этом сказал, что больные имеют нужду во враче. Я болен, вы больны, и каждый из нас исцеляется от прикосновения к Нему. И эта большая больница, Церковь Божья, постепенно превращается в чудесный сад Божий, который освещается небесным светом. Поэтому добро пожаловать в Церковь Божью, стремитесь к Иисусу, потому что вера в Него приносит исцеление и сердцу, и разуму, и всему человеческому естеству. Господь да благословит нас и да поможет нам уже сегодня испытать это великое счастье от прикосновения к Нему. Аминь. Я приглашаю вас, чтобы мы обратились к нашему Господу в молитве, чтобы Он дал нам смелости идти к Нему. Помолимся. Любящий Господь и наш Спаситель, Тебя, Господи, славим и величаем за то, что Ты оставил великую надежду для мужчин и женщин, для страдающих людей, для тех, кто на этой земле измучен грехом, измучен болезнями. Господи, мы прямо и очень долго сопротивляемся Твоей благодати. Очень боимся мы того, что скажут люди. Очень боимся мы открыть свое сердце и сказать в этой большой толпе: «Да, я грешник, я грешил и потому страдаю, а ныне, Господи, только Ты меня можешь исцелить». Но как чудесно, что эти усилия, которые мы можем приложить сегодня, они обязательно награждаются Твоим вниманием и исцелением. Поэтому, Отче Небесный, коснись каждого из нас. Помоги, чтобы мы без боязни шли к Тебе навстречу. И пусть в сердце каждого из нас не умолкает этот голос: «Если прикоснусь к Нему, то исцелюсь». Пусть, Господи, в жизни каждого из нас каждый день будут новые опыты того, как Ты совершаешь в нашей жизни чудеса, исцеления, как Ты изменяешь нашу жизнь. И пусть, Господи, мир и счастье
воцаряется в каждом сердце, посвящающем себя Тебе. Об этом молитвы наши во имя Иисуса. Аминь. Свет.